У меня есть трудности, я думаю, у других товарищей тоже. Я хотел бы какую-то рекомендацию, что кроме центра группы, кроме объединения между нами, вот это определение, которое дал Баля Сулам, 600 тысяч душ, это, по сути дела, весь мир. Как мы можем приблизить их больше к нам, кроме центра группы, кроме объединения между нами, чтобы мы поняли, что эти 8 миллиардов — это мы сами? Хотел бы услышать от вас какую-то рекомендацию. Вопрос правильный, хороший вопрос. Мы не в состоянии ничего сделать. Не исправить самих себя. Не исправить даже то место, где мы живем, ни нашу страну, ни страны, где живут наши группы, ни мир, ни вообще мироздание, ничего. Мы должны быть только переходным звеном. И я не должен думать ни о чем, что произойдет потом. Я говорю тебе с абсолютной серьезностью. Сосредоточься на том, что ты можешь, и дай свету делать все остальное. А иначе ты запутаешься, и у тебя не будет сил. Потому что если ты будешь думать, что я исправлю 7 миллиардов, всю эту громаду, всю эту мощь, все это зло, которое находится во всем мире, всю эту глупость, все это непонимание, всю эту ложь и непонимание в том, в чем живут, и этих животных, которые только с автоматами ходят и зачищают территории. Посмотри, что происходит, какой хаос. И я должен все это исправить. Кто я такой? Здесь живу, за углом. Кто я такой? Что я такое? Ты должен стать только переходным звеном. И все. Дай свету сделать то, что должно. То, что он должен. И все. Не больше. Если ты думаешь обо всем остальном, ты входишь не на свою территорию, и там ты не поймешь ничего, у тебя не останется сил, и у тебя просто все закроется перед тобой. Представь себе, сверху донизу есть линия, очень тонкая, полная света, и ты находишься в начале этой линии, в центральной точке всех миров, и ты должен сделать только тоненькую трубочку, тончайшую. Ты должен соединить это вот соединение в 1 миллиметр во всей этой линии и всем большим материальным миром. 1 миллиметр трубочки. Просто капилляр. Наитончайший. Это все. И ты даже эту трубочку не должен делать. Ты должен быть готов стать проводником. То есть ты должен что-то понимать, что происходит внутри, какой свет, как он проходит через тебя, с чем ты соединяешься, с чем ты соединен. Ты должен быть только... Ты просто захотеть, чтобы это произошло. Воспользуйся мной. И это называется, что ты из себя делаешь проводник. Ты говоришь, воспользуйся мной. И все. А 8 миллиардов? У тебя будет 80 миллиардов. Какая разница, сколько? И вся Вселенная со всеми цивилизациями, в кавычках цивилизациями, как мы. Какое тебе дело? Это все, что ты должен сделать. Все остальное делает свет. Сверху, через всю линию, обустроено, как он влияет, на каких уровнях и как. Внизу все разбитое желание получать тоже подготовлено, чтобы свет вошел, и все настроится и наладится.